На знаменитом аттракционе проводятся плановые работы, ведь это требование безопасности. Для того, чтобы заменить подшипники, необходимо было разобрать подвижные части колеса. Для этого демонтировали посадочные кабины и стрелу. Основные несущие конструкции аттракциона разбирать не будут. Ремонтные работы планируют закончить за неделю. Также в парке подумывают заменить на аттракционе иллюминацию. Колесо обозрения вновь заработает к концу сентября.